футбольной команде из 11 человек нужно выбрать капитана и его заместителя. Сколькими способами это можно сделать? 11 на 10. 11 на 10. Что 11 на 10? 110 способов это можно сделать. Один, что написано, задача отличается от предыдущих тем, что выбор капитана ограничивает круг претендентов на роль заместителя. Почему-то капитан не может быть своим заместителем, да? Считается.